как бы началось движение военной техники, военных, то бишь начали уже стрелять, там первые слухи пошли, шоу. Лежат мертвые, убитые. Это для нас было потрясение. Потом повыбиты были, страшно. Ну, все трусило внутри. Очень сильно страшно было. После киевских вот этих майданов как бы началось все движение техники военной, там как бы недалеко от границы мы жили, получается, ну там очень даже недалеко, километров, я не знаю, 80, наверное, или 70, где-то так. Ну, сначала как бы над нами летали снаряды, мы были уехали. И потом мы начали стирать, это уже после обеда стирали во дворе. Мы прятались в подвалах, дети уже тряслись и боялись, что их там убьют или что. У меня заставило нас приехать сюда, потому что сильно бомбили Луганск. Чтобы было здоровье и чтобы были счастливы. Не так сейчас, как мы живем. То того попросим, то там попросим, чтобы они так не жили, как мы живем. Ну, пока хотя бы уже прекратят полностью стрелять, тогда уже будем думать. Ну, в принципе, счастье ни в финансовом плане не выражается, ни как бы ни в достатках, ни в этом самом. Потому что очень сильно много как бы людей гибнет. Очень много. Чтобы оно все уже закончилось. И поехать домой.